В мечте царила праздничная и семейная атмосфера. В зале практически не было свободных мест. В этот день город чествовал многодетных матерей района. Я хочу вам пожелать сегодня прежде всего здоровья, потому что от вашего здоровья зависит счастье, жизнь ваших детей, вашей семьи. В основном все зависит от вас. Вы самые главные в семье. Вас все слушаются. Здоровья вам и любви. Мне хотелось бы с вами в этот праздничный день поделиться одной восточной мудростью, которая, я ее чуть перефразирую, которая звучит примерно так. Значит, поскольку Всевышний не может быть везде одновременно, поэтому он придумал матерей. Это, мне кажется, это очень точно отражает суть и роль матери в жизни каждого человека. Праздничный концерт начался неожиданно, с поздравительного видео, на котором дети признавались своим мамам в любви. Теплые и нежные слова тронули всех женщин. На лице каждой улыбки и слезы радости. В этом году 15 женщин получили медали «Материнская слава» Одинцовского района. Ведущий, представляя каждую героиню, отмечал ее главные заслуги – успехи детей. Со сцены звучат слова «отличники», «победители спортивных соревнований», «лауреаты конкурсов». В этот день не забыли вспомнить и о папах. В день, когда семье родной Бог на послал, говоря, что папа мой очень горевал. Четыре дня он не пил, не ел, потому что не меня мальчиком хотел. Коллектив «Путеводная звезда» подготовил яркий и красочный номер. Ребята вышли на сцену и исполнили попурри песен из всеми любимого фильма «Мэри Поппинс. До свидания». Зал подпевал вместе с артистами. Этот большой праздничный концерт с сюрпризами надолго запомнится одинцовским мамам. День матери – замечательный праздник. Сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили своим мамам, лишними они никогда не будут. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».